Всем привет, меня зовут Давид. Если вы любите собираться большой компанией друзей, вы можете удивить их приготовлением кофе в Кемексе. Это просто, необычно, а главный объем напитка позволит угостить всех. Начнем! Вот все, что необходимо для приготовления кофе в Кемексе. Намалываем кофе. Кофе должен быть крупного помола. Устанавливаем фильтр. Наливаем горячую воду в кемикс, тем самым прогревая его. Сливаем воду. Засыпаем 30 грамм кофе. Заливаем 100 миллилитров горячей воды. Ждем 30 секунд. Заливаем оставшийся объем. Удаляем фильтр. Взбалтываем кемикс. Кофе готов.